За вылетающий из машин мусор будут штрафовать. В Нижней палате парламента придумали наказание для водителей, которые выбрасывают окурки и бумажки из окон своих автомобилей. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Потенциальных маньяков будут госпитализировать принудительно. С таким предложением к Минздраву вышли депутаты Госдумы после недавней трагедии в Нижнем Новгороде, когда стоявший на психиатрическом учете мужчина убил 6 детей и 2 взрослых. По мнению народных избранников, действующая сейчас система не позволяет поместить человека в психиатрический стационар, если он не проявляет признаков душевного заболевания в присутствии медиков и представителей власти. Парламентарий уверен в том, что предлагаемая мера при правильном применении и отсутствии злоупотреблений могла бы позволить вовремя изолировать потенциально опасных и психически нездоровых людей. Кроме того, предлагается создать единую базу людей с психическими отклонениями, в которой будут содержаться данные о личности и поставленном диагнозе больного. Планируется, что эта информация будет доступна всем российским медикам. В России появится телефон доверия для противодействия коррупции в сфере ЖКХ. Его создателем выступает само Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Работа телефона доверия будет строго регламентирована. Предполагается, что граждане должны формулировать свои жалобы в пределах 5 минут. Прием и запись обращений будет осуществляться с понедельника по пятницу в рабочее время. Анонимные обращения, так же как и обращения без почтового адреса, рассматриваться не будут, но их зарегистрируют в журнале. Также граждан предупреждают о возможности уголовного преследования в случае заведомо ложного доноса. Законопроект положительно оценили в Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы. Водителей собираются наказывать за выброшенные из окна окурки и бумажки. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы. По мнению народных избранников, такое поведение создает аварийные ситуации на дорогах и вредит окружающей среде. Предполагается, что карать будут заброшенные на ходу, а также во время остановки и стоянки мусор и окурки. За такие нарушения автовладельцам будет грозить административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или обязательные работы длительностью от 20 до 40 часов. Согласно законопроекту, штрафовать автомобилистов, мусорщиков, полицейские будут на основании фото и видеоматериалов от других водителей и прохожих.